Дорогие товарищи, я сейчас хочу представить вам еще группу ребят, с которой мы сами познакомились только сегодня. Наше знакомство началось с того, что мы получили в адрес письма 75 письмо от ребят, которые живут в прекрасном, старинном, северном городе Кирово. Это не просто перед вами участники кружка «Мягкая игрушка», которые приехали вместе со своим руководителем Адой Васильевной. Это победители конкурса. Конкурса, который выдержали эти девочки за право участвовать сегодня здесь, в этом зале. Это Пушок. И вы знаете, несмотря на то, что дети эти, наверное, первый раз в своей жизни так трепетно шили этих пушков, обезьян, гномиков и неизвестных с большими ушами, но глядя на эту прекрасную собаку, думаешь о том, сколько любви, сколько нежности, сколько труда было вложено этими маленькими руками. И, наверное, самое большое, что вложено в эти подарки, это радость творчества, радость, которую ребята получат обратно. Они увидят ее в глазах тех, кому они сейчас будут дарить этих пушков, котов, гномиков и неизвестных с большими ушами. Пожалуйста, ребята.